Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сегодня посетил регион. Вместе с главой правительства Шалбаном Караолом и мэром Кызыла Каримом Саганаолом и министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгением Овсянниковым в первой половине дня они приняли участие в церемонии присвоения звания «Образцовое предприятие ЖКХ». Знак отличия присвоен гостинице «Азимут», компании «ТВ Энерго» Сергей Степашин оценил потенциал долгосрочных инфраструктурных проектов и отметил, что в компании проделана большая работа по снижению аварийности и повышению надежности городских и республиканских энергосистем. В числе первых 11 предприятий в нашей стране, в целом по России, которые получают, те, кто работает в сфере ЖКХ, получают знак качества. Первое связано как раз с электроэнергетикой в стране, кстати, имейте это в виду. И первое, естественно, в республике Тыва, чем я вас хочу в первую очередь поздравить. Сегодня торжественно вручено два воздушных судна – вертолеты Ми-8 МТВ Казанского вертолетного завода. Знаковое событие для транспортной отрасли Тувы, ведь данное приобретение усилит возможность не только авиатранспортировки населения, но и оказания скорой медицинской помощи в любую труднодоступную точку республики, а также обеспечит поисково-спасательные работы и проведение аварийно-спасательных мероприятий. Я, как и вместе с вами, этому событию очень рад, вы даже не представляете. Я буду ее вспоминать как дело жизни. С 1983 года наше предприятие не имело новых самолетов, вертолетов. И впервые мы получаем летательное средство со стоимостью там сотни миллионов рублей, если точнее, почти под 700 миллионов рублей каждое. Как этому не радоваться, согласитесь? И как не радоваться, когда это все у нас сопряжено не только вот неким там одним или двумя вертолетами, а мы сидим на взлетной полосе, совершенно новый, который только что отремонтировали. И мы имеем очень большие амбиции построить здесь нормальное, хорошее авиационное предприятие, которое будет способствовать большей подвижности людей, грузов, товаров, а значит и жизни республики. По информации холдинга, поставленный Ми-8 МТВ оборудован двумя дополнительными топливными баками внутри и снаружи вертолета, тросовой внешней подвеской, а также санитарными и спасательным оборудованием. Кроме того, Ми-8 МТВ-1 оборудован лебедками грузоподъемностью до 300 кг, с помощью которых можно проводить спасательные операции. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение строительства жилья производится согласно правилам органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Министерства строительства Республики Тыва, на основании списков молодых семей, участников мероприятий ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы из бюджета субъекта федерации или местных бюджетов на соответствующий год формирует и утверждает сводный список претендентов молодых семей, участников мероприятий ведомственной целевой программы. Минстрой республики со дня утверждения списков молодых семей, претендентов, доводит до органов местного самоуправления, то есть мэрии города Кызыла, выписки из утвержденного списка молодых семей, претендентов, на получение социальных выплат. Затем мэрия города доводит до сведения молодых семей, участников, решение Министерства строительства Республики Тыва по вопросу включения их в список молодых семей, претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. Минстроем Тувы проект соглашения был отправлен 29 июля, и в настоящее время оно в стадии рассмотрения. Управление Роспотребнадзора Тувы напоминает, что с 1 июля действуют новые правила, в соответствии с которыми выкладка молокосодержащих продуктов должна сопровождаться соответствующей информационной надписью. Потребитель должен иметь возможность без труда определить традиционный молочный продукт от похожих на него продуктов с содержанием растительных жиров и осознанно выбрать нужный ему товар.
Постановлением правительства России внесены изменения в правила продажи отдельных видов товаров, согласно которым правила дополняются новым пунктом 331 следующего содержания. В торговом зале или ином месте продажи размещение выкладки молочных, молочно-составных и молокосодержащих продуктов должна осуществляться способом, позволяющим визуально определить указанные продукты от иных пищевых продуктов и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Потребителям в случае обнаружения на полках магазинов товаров, которые фальсифицированы растительными жирами, но называются при этом молочными, следует обратиться в Управление Роспотребнадзора. С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии. Государство выделит каждому из них дополнительные 244 рубля. Такой категории пенсионеров не индексировали выплаты с 2016 года. Их можно увеличить только благодаря ежегодному индивидуальному перерасчету. ПФР для этих целей учитывает продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер выплаты. Чем больше доход, тем меньше сумма страховых взносов и количество индивидуальных пенсионных баллов. Однако работающим пенсионерам, сумевшим за 2018 год накопить больше баллов, чем те 3 балла, из которых сейчас исходит правительство при перерасчете пенсии, ждать повышения прибавки не стоит. При этом дополнительные баллы, как ожидается, будут посчитаны в следующем году. Более 856 миллионов рублей из федерального бюджета получили регионы Сибири в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году. На совещании, посвященном реализации национального проекта в Сибирском федеральном округе, подвели итоги первого полугодия этого года. Наибольшая сумма – 323 миллиона рублей – выделена на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 29 домов культуры в республиках Тува, Алтай и Хакасия, а также Новосибирской, Иркутской, Омской и Томской областях. Кроме того, средства предусмотрены на капитальный ремонт одного театра юного зрителя, закупку 20 автоклубов, модернизацию 29 кинозалов, создание 27 модельных библиотек и 8 виртуальных концертных залов. На сегодняшний день объем средств из федерального бюджета субъектам округа на реализацию национального проекта составляет около 5 миллиардов рублей. Массовые беспорядки в Туве. Сотрудниками полиции, Росгвардии и МЧС пришлось успокаивать слишком активных граждан. Накануне в Кызыле на территории учебно-тренировочного полигона при координирующей роли оперативного штаба прошло тактически специальное учение по пресечению массовых беспорядков и защите гражданского населения. Согласно легенде учения, в ходе проведения массового мероприятия возникли беспорядки, активными зачинщиками которых в сотрудников полиции стали запускать бутылки, камни, а
также различные предметы. Перед участниками учений была поставлена задача предотвратить массовые беспорядки и задержать зачинщиков, не дав им возможность прорваться через оцепление. В ходе учений отработаны совместные действия правоохранительных органов, республиканских и муниципальных учреждений по вопросам ситуационного реагирования на возникающие чрезвычайные обстоятельства криминального характера. Проверена готовность сил и средств, привлекаемых к проведению специальной операции. Главная задача учений – проверка боеспособности, технического оснащения, укомплектованности подразделений, а также совершенствование навыков задержания преступников. В целом руководством оперативного штаба действия участников учений оценены положительно. Поставленные учебные цели и задачи достигнуты. В минувшие дни на посту АК, расположенного на автодороге Ак-Довурак-Абакан, сотрудниками госавтоинспекции для проверки была остановлена автомашина-рефрижератор Mitsubishi Fuso под управлением 35-летнего жителя села Тели. При досмотре транспортного средства на запрещающие предметы сотрудниками полиции в салоне было обнаружено и изъято 45 упаковок с 270 пластиковыми бутылками пива объемом 1,5 литра каждая и одна упаковка с 20 стеклянными бутылками пива объемом 0,5 литра каждая. Сопроводительных документов на данную продукцию водитель предоставить не смог. Общий объем изъятой алкогольной продукции составил 415 литров. В ходе разбирательств 35-летние водители пассажиры транспортного средства пытались скрыть факт перевозки алкогольной продукции, однако тщательный досмотр автомашины опроверг их слова. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение, предусмотренное законодательством. В действиях водителя транспортного средства усматриваются признаки преступления, незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции. В Туву по приглашению Министерства здравоохранения Республики 2 августа приедет главный внештатный нейрохирург России, заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации имени Александра Евдокимова Владимир Крылов, сообщает в пресс-службе ведомства. Вместе с Владимиром Крыловым приедут профессор, анестезиолог-реаниматолог Александр Солодов и профессор-невропатолог Ирма Шетова. Известно, что 2 августа они посетят отделение Республиканской больницы номер 1, приемное, рентгендиагностическое, нейрохирургическое, операционное, регионально-сосудистый центр, клиническую лабораторию и отдельные реанимации и интенсивной терапии. Итогом визита станет совещание с участием министра здравоохранения Тувы Орлана Донгак и главного врача резбольницы номер 1 Вячеслава Хавалыга. После обеда пройдут лекции для узкоспециализированных врачей, нейрохирургов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов и неврологов Центральной районной больницы, межрайонных медицинских центров и Республиканской больницы номер 1. В Туве завершилась июльская смена международной комплексной археолого-географической экспедиции по исследованию кургана Тунук, сообщается на сайте rgo.ru. За последний месяц волонтеры Русского географического общества и археологи Института истории материальной культуры РАН приступили к разбору основной насыпи и добрались до базовой деревянной конструкции кургана. Площадь раскопок составляет 18 тысяч квадратных метров. Напомним, курган Тунук расположен в пойме рек Тунук и Уюк, близ поселка Чкаловка в Пихемске районе Республики Тыва. Он является частью долины царей, где находится множество курганов скифского времени. По предварительным данным, захоронение кургана Тунук – самый крупный и самый ранний скифский памятник начала середины 9 века до нашей эры. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Местами при грозах от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов. Местами плюс 5, плюс 10 градусов. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31 градус. Местами плюс 19, плюс 24 градуса. В Кызыле переменная облачность. Небольшой дождь. Днем без осадков. Возможна гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.